Ну что, девушка, играете? Да. Мадама. Я, говорит, теперь, конечно, модно мадама, но, говорит, ты, Ваня, говорит, вы, говорит, мама, говорит, идите, говорит, за меня царскую дочку сватайте. Ох, они играют. Эть. А. Да, так и так и обещали, все как это. Две капли обещали, две капли. Потом ясно обещали. О! А ясно, к вечеру перемены. Даже я отбила, ура! Еще. Ну вообще. Общаются люди. Шмат нас тут. У Валеры в гостях. Я в детстве, помню, любила бадминтон. Так у меня все время мимо. Аналогично мимо. А я почему-то сейчас люблю. Я в детстве был. Не дотянулся. Сейчас. Да, постоянно. Да, все. Постепенно девушка раздевается. Жарко. Пора. Да. Ну что вы? Мне уже кто-то что-то. Ну делай, я тебе нож дала. На чем? На белом этом резать? А, вот это я не знаю. Слышь, Марина, они там, им нужны твои тарелочки одноразовые. А то она хочет... А ты их не принесла? Подожди, я не положила тарелки? Нет, а она хочет резать, ей тарелочки нужны. Давайте дела согласуем. Да, можешь ей выдать, а она будет там делать, а вы играете. А, забыла, да? Положить забыла. Сейчас. Давай, достань их. И огурцы, помидоры где можно сполоснуть? Может быть, ему бальник есть какой-то? О, видишь, как был. Так правильно, ну что, как бы это, надо это... Вот у нас идет Дон Корлеоне, главный, вот так сказать... Организатор. Это вот, да, кстати, ты организатор, сам же сказал, поехали к Валерию. А я обычно вот ты что-то мнусь. Такая, видишь, как бы тут вот у нас позвал человека, я даже согласилась первый раз за два года. У тебя есть этот талант. Талант, да, да, да. Я просто всегда чувствую ответственность. Мы ищем таланты, называется. Я чашки поутащила, а не видит. Ну их тут нет. У них в пакете белом будет эти. А. Сейчас. Пакет где белый? Ну, может быть, вон там я унесла все шмотки. Да, вот под навес. Лай-лай. Надо питьевую воду, так как бы не чашку не с землей как бы получается. Ну, у меня мытый огурец мой. Он мытый, да? Да. Я дома мыла. Наташ. Что?